Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Я так проверю, что это действительно так и есть. Правда, я не вижу. Видите ли вы на стриме меня, к сожалению, что-то не могу проверить. Не видно пока. Версия 1 Open Beta, как видите. Но это уже практически финальная версия, не знаю, что они там будут еще править. Я предлагаю поиграть в Anno 1800. Я тут начинал уже смотреть, но создадим новую игру, песочницу, компанию явно мы не будем проходить. Меньше подсказок. Будем самостоятельно изучать игру. Вот я себе выбрал такого благородного адмирала. Ну нет тут никого похожего на меня. Вот чувак в очках есть, но он какой-то слишком толстый. Вообще не очень я. Так что вот какой-то адмирал такой вот. Возьмем его. Выберем розовый цвет, возьмем, чтобы прям хорошо было видно. И вот такое зарабочее движение. Логотипчик. Так, имя игрока Затте Макнитр. Не будем выделываться прям конкретно. Ну и возьмем, пожалуй, эксперт. Эксперт. Небольшой мир. Или может мастер все-таки что-то. Может рановато эксперт прям. В общем, в чатике проголосуйте, пожалуйста, мастер или эксперт. Быстренько проголосуйте, так и будем играть. Небольшой мир и острова, средний мир и острова, небольшое количество природных ресурсов, умеренная плодородность, низкая плодородность. Да, ну большинство за мастер, я вижу. Поехали на мастере тогда. У меня уже было прохождение Anno 1800, но это в ранней закрытой бета-версии. Там она ограничивалась определенным количеством. Ограничилось определенным количеством развития. О, мой розовый кораблик. Внимание, адмирал! Так, ну, начнем. А, видите, остров даже не сразу виден. Так, ну, приблизительно понятно. Вот река нам тут не очень в тему, правда. Для развития поселения. Ладно, давайте пока дорогу проведем. Блин, тут еще нефть тоже будет мешаться. Здесь будем тогда поселение делать, а все... А вообще мосты можно тут проводить? О, есть мост, отлично. Все тогда добывающие, пожалуй, сюда переброшу. Сразу просто подумать, где что у нас располагаться будет. Ну тут, видите, больше места для жизни и развития. Так, давайте поставим рынок сразу, чтобы так вот было понятно. Наверное, сюда ставлю. Сразу дорогами окружаем. Он у нас будет. Так, немножко подальше здесь дорогу, прям вот к нефти. И надо в первую очередь сначала лесопилки с обработкой
дерево сделать, поставить где-нибудь. Так, приблизительно проведу дороги здесь. У нас еще месторождение известняка, железо, угля. Железо. А меди нету, да? Блин, мне еще медь надо будет в будущем. Так, сейчас я гляну, что вы тут пишете мне. Вообще пишете ли? Песочницу не расширили разве? Я вроде пробовал, было расширено. Ну, если сейвы перенесутся, то буду дальше проходить, конечно. В таком случае буду стараться. Так. Начинаем жилье строить. Вот тут мне нравится, что они сделали такие чертежи. Это, правда, можно отключать. Но вот у меня пока не хватает ресурсов для строительства здесь жилья. Поэтому они остаются в виде чертежей. И как бы на будущее просто. И вот здесь я тоже могу себе поставить. Ну, там, где я хочу, чтобы было жилье. Вот у меня... Какой на будущее здесь заготовочка. Так, значит, нам надо цепочку по добыче дерева и по обработке его. Две штуки поставим. А, блин, слушайте, тут же далеко будет склад. А, стоп, у меня есть деревья на корабле. Все это выгружаем. Это нам не надо. И корабль отправляем исследовать акватории. Так, добычу дерева ставим здесь. Дальше маленький склад, чтобы он все это перевозил. Наверное, сюда поставим. Дорогу от лесопилки проведем. И чуть лесопилка, это хижина лесоруба, а лесопилка вот тут у нас будет. Так, и еще одну поставлю хижину лесоруба. Я стараюсь не думать о людях плохо, так что посмотрим, что вы за фрукт. Мы кого-то нового встретили. Игра сохранена. Давайте тут поставим и лесопилку сюда. Это мы добываем доски для того, чтобы строить поселение, чтобы их новым. Вот видите, сейчас нарисовано, что я могу эти штуки построить. Еще подхвачу что-нибудь. Еще кого-то встретил. Это дипломатия все. Могу на shift нажать и все сразу. Ну давайте на shift сделаю. Пускай все приходят. Так. Рыбу мы еще не можем ставить. Сколько жителей? Требуется 50 фермеров для того, чтобы рыбу поставить. Ну, я не совсем первый раз, тем более, что я как бы знаток серии Anno, в принципе. Но давайте, чтобы просто побыстрее было попоказывать, что тут да как. Так, рыба открылась, пока, наверное, одну будет достаточно. Что тут для рыбы требуется? Две доски.
Работа пошла, здесь добывается 100%, 100%, и обработка досок идет тоже. Видите, пока тут не хватает дерева, но отсюда сейчас будет идти дерево, и все будет путем. Ускоримся пока немного. Обходимся тем, что есть. Так, рабочая одежда уже требуется. Это у нас... А, вот видите, тут написано, за сколько... Деревня, Написано, за сколько времени добывается шерсть и за сколько времени делается одежда. Так, и тут 30, и тут 30, то нам для производства, для одной цепочки требуется по одному зданию. Едет фермер среди полей, эге-ге-гей, эге-ге-гей. Едет фермер среди полей, эге-ге-гей. Надеюсь, за эту песню YouTube не забанит видео. Наверное, ж авторские права у кого-то есть на нее. Ну, поставлю. Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшкин. Павел Мальков, спасибо, что стал спонсором канала. Спасибо за поддержку. Чё это выключить? Давайте голосуем, чатик. Кто за то, чтобы вы... Ну, напишите, выключи камеру или оставь. Как скажете, так и будет. Так. Овец надо поставить. Тут они мало занимают места, поэтому это вот поближе. Пастбище. Все, три пастбища, да? Да. Значит, мы сейчас удовлетворили спрос на... Так, они несчастны, но мы сейчас... И что, это все? Что они для счастья хотят? Шнапс. Надо где-то цепочку шнапса организовать. Что у меня там с кораблем? Флагман ждет указания. Плавать потихоньку надо, чтобы встречать всех соседей. Обратите внимание, что мне меньше дали остров, чем моим конкурентам. У меня он явно меньше просто. Королева поручила мне задерживать всех. А, музыку. Я же спросил вначале, как слышно. Хорошо, я сделал сейчас чуть потише, кони, чуть помедленнее. Так, давайте делать для шнапса место по производству шнапса. Отдельную такую создадим. Сначала ферма. Значит, нам по одной ферме и одну дистиллянт. Так, поставлю. Ого. Их дофига. Вот так встает. Отлично. Так. Из картошки шнапс гонят, сволочи, вместо того, чтобы ее есть, а?
Да, запись стрима на Ютубе, конечно же, будет. Конечно же. Так, я здесь хочу оставить место для... для профсоюзов. Для здания профсоюзов, которое увеличивает производство. Оно, по-моему, 4 клетки занят. Раз, два, три, четыре. Вот сюда, значит, надо. Все, пошли производить шнапс. А, блин, я тут дорогу не провел. Хе-хе. Тут у меня не забирают отсюда ничего. Так, тут у меня будет для остальных еще ферм на будущее. То есть это я тут вставляю такие места. На будущее все. Так, надо бы... О, видите, я могу уже в горожан переходить. Надо бы пожарку поставить тоже. Не помешает в любом случае. Вот сюда. Здесь у меня полиция будет еще в будущем, поэтому я сюда ставлю. Так, ну что, давайте переходить на следующий уровень. Вы поднялись на новую ступень. Эпоха индустриализации. Не будем, не будем спешить с апгрейдом всех, потому что сейчас в Анно требуются работники в каждом здании. И вот у меня пока избыток фермеров и избыток рабочих, то есть сейчас все апну в рабочих, то что мне... О, блин, я не построил рыбу, добычу. Поставил, но не построил. Так, корабликом поплыли дальше исследовать. Что у нас открылось нового? Ну, паб могу поставить, конечно. Давайте вот с этой стороны здание начнем делать. А, не здание, а жилые. Жилые здания. И тут где-то надо будет папчик организовать. Приветствую. Я Бента Йоргенсен, глава фонда Йоргенсенов. Мне не терпится поработать такая с вами. Так, на будущее фермеров. Дороги вот сюда, паб. Все еще бревна нужны, да. Ну, надо бы начать добычу камня. Собственно, для добычи камня нам, мне потребуется как раз... Да, как тут перевели? Рабочие. То есть фермеры рабочие. Вот видите, тут 50 рабочих требуется, и тут 25. Причем глины добывается... Видите, один юнит, как бы, одно производство за полминуты. А тут кирпич за минуту. Значит, что? Нам нужен один глиняный карьер и два кирпичных завода на глиняный карьер. И они будут его... вырабатывать. Вот у нас глиняный карьер. Сейчас у нас в минус уйдет количество рабочих. Вот теперь можно апгрейдить домики. В общем-то. Так, это вообще просто постройка. Нет, давайте я просто проапгрейджу для начала. Вы слишком избалованы. Понимаете, что мой город развивается быстрее, чем его? Ну, сорян. Сорян. Но музыка пропала, это в игре. То есть я ее сам не слышу. Вот сейчас пошла музыка какая-то. Новые острова там пока открываются. Так, давайте мы, наверное, ускорим. Видите, тут нехватка рабочей силы. Слишком мало рабочих. Слишком мало рабочих. Но мне нужны кирпичи, потому что следующие здания, которые здесь, они из кирпичей. Ну, может быть, паб еще все-таки стоит поставить. Нет, давайте пока здание апгрейдить. Видите, для апгрейда здания требуется 4 доски. Вот, уже достаточно рабочих. Но термикирпичные заводы надо, а каждый кирпичный завод это...
25. Еще считайте 50 рабочих. И еще на завод 8. Ну, давайте я кирпичный завод поставлю такие. Здесь вот сделает у нас такой тут перекресток будет. Где будут всякие производственные здания находиться. И ставим тут. Это, конечно, очень классно, что они рисуют сами цепочки. Вот из глины кирпич. Там из свинок мясо, колбасень. Так, еще один кирпичный заводик. Сколько там требуется ему? 8 этих. Давайте я пока поставлю на продажу. Избытки. То есть, когда у меня будет избыток, ну вот, выше 50 досок, хай продает. Дальше, если у меня будет рыбы больше 50, хай продает. Ну, шнапса давайте, если больше. Ну. Алёшке, ты скучаешь зря. Михаил Сморж, спасибо за поддержку, спасибо, что стал спонсором канала. Но это, если кто вдруг смотрит на Твиче, спонсоры канала это на Ютьюбе. Вот. Ребята на Ютьюбе меня поддерживают. Так, давайте кирпичей, если станет больше 50, продаем. Одежду, если больше 38. Ну, просто запас определенно нужен всегда. Ну и пока все. Пока остановимся на этом. Кирпичный заводик. Опять нехватка рабочих. Так, ну тут поставим здание, чтобы фермеры появились. И тут апаем. Все, рабочих достаточно. Давайте паб поставим. Это для счастья. У нас вообще тут по счастью. Работа, сон, работа, сон. У рабочих нормальное счастье, у фермеров нормально. Может, мне пап не ставить пока? Ну, лишняя трата ресурсов. Я бы церковь... А, церковь еще не открылась у нас. Я понял. Так, ну что, колбаски. Свиноферма минутка, колбаска минутка. Значит, свиноферму ставим и колбасятину. А что тут не хватает? Не хватает рабочих рук. Надо будет апнуть его. 20 досок, 20 кирпичей. Ну, сначала свиноферму, видимо. Да, видите, тут не хватает рабочих рук в этом. Требуется еще... Надо апнуть. Я тут слишком много... Может, еще один склад сделать? Кирпича. Ну вот видите, здесь свиноферма еще требует доски, а вот мясная лавка уже 5 кирпичей. Профсоюз. Вот я про профсоюз говорил, что я вот здесь оставил место для профсоюза. Но пока я его не буду ставить. Он будет увеличивать вокруг для производственных зданий, будет увеличивать их производительность. Но там надо еще сажать людей, это чуть позже. Будем делать маленький порт. Так, корабль у меня, кстати, не ездит больше. Кого мы уже тут встретили? Ага, всех трех моих соперников мы встретили. Можете с ними как-то общаться? Вооружение, экономика у меня хуже, кстати. Карл, гнусный магнат. А как с ними общаться? Ага, вижу, где... Действие. Польстить. Видимо, мне повезло. Сработало. Тут тоже. На седьмом небе от счастья. Шанс на успех средний. А тут не сработало. Вот с этим мы, наверное, воевать будем в будущем. Есть ощущение.
Почему не ускоряю время? Ну, мне пока достаточно того, что я сейчас сделаю. Ну, я сейчас ускорю, если будет не хватать. Не волнуйтесь. Мои вещицы удовлетворяют даже так, давайте апать. Разборчивого клиента. Видите, уже дофига фермеров, а не хватает рабочих. Парочку улучшу. Ну, давайте. Блин, надо апнуть. Не хватает рук. Может, один склад еще все-таки поставить? Где-нибудь вот сюда поставлю еще склад. Вот так. Пускай он может хотя бы сюда заезжать будет. А можно переместить? Это с чем связано, да? Может тогда здесь пока сделать? Ну блин, тут у меня будут жилые дома со временем, а кто из жизни знает, жить рядом с со свинофермой это жопа, а тем более, что тут это влияет. Все, тут видите, есть привлекательность, видите, минус 3. И загрязнение тоже действует. Или, может, вот тут поставим, чтобы к этому складу относилось. Давайте, наверное, так сделаем. О, нормально. Нормальненько. И мясную лавку сюда поставим. Все хорошо. Так, торговое предложение, да. А, она хочет 6000, чтобы я ей заплатил. Ну, в принципе, я, наверное, соглашусь. Она будет в мои порты приезжать и покупать ресурсы. Это нормально. Видите, я парню нравлюсь. Надо апгрейдить. Не хватает рабочих. Но вы молодец. Я молодец. Видите, ребята говорят, что я молодец. Да, тут, кстати, быстрый доступ. Вы мне никто в чатике не написал, что я молодец. А компьютерные люди говорят, что я молодец. Кого я теперь больше люблю? Понятно, компьютер. Вот так вот люди и становятся одинокими. Компьютер их хвалит, а живые люди... Да, если вдруг кто смотрит на Твиче, действительно, вы все смотрите на Твиче, правильно? Что-то я попутал. Проверите. О, редактор газеты. Так. Очень рад нашей встрече. Взаимовыгодное партнерство, новая компания. Вот это мы отредактируем. Что скажете в моей... давайте потребительство газете повысим. Видите, 25 влияния стоит, редактируем газету, публикуем. Это все? Значит, идет в печать. Так, вы не хватает. Слепый, как крот. Не одобряю, что вы используете пропаганду. Да ты охренел. Исследуйте это. Решить головоломку. И что за головоломка? Вы поднялись на ногу. Найдите два барибала, найдите два волка. А где? На ее остров. То есть это у себя надо поискать. Новые здания разблокированы. О, церковь. Вот церковь я бы построил, она на счастье влияет. Так, ну вот давайте пока остановим. То есть мне два волка и два барибала надо найти. Так, корабль пока отправлю. Вперед! Куда-нибудь сюда. Ну, давайте искать. Мне, правда, эти задания в Ванно всегда казались тупыми. Вот это вот поиск по карте. Я думаю, только вопрос. Твой город развивается быстрее, чем мой колхоз. Молодец! Призваны разрешать деликатные случаи. Вот, спасибо. Так. Вопрос только, мне это искать на своем острове волков и барибалов, или на ее острове? Было вообще странно, наверное, на ее искать, да?
Может, среди жителей? Ну, знаете, медведи по городам ходят, вот это. Открыт новый остров. Вот тут написано. А, на главном острове Бенте. Так, все, тут написано. Собственно, где искать. Вот, вот ее главный остров. Тьфу ты. Так. Лоси какие-то ходят. Может снизить детализацию игры, тогда будет проще найти. Вряд ли он в доме ходит, правильно? Ой, в доме. Среди домов. Во, во, мишка какой-то я вижу. Нет, не он. Бизоны. Это, видимо, не тот мишка, который требуется. Волки. Тоже не те. Не, ну вот же волки. Они вон медведя жрут. Нет, ну почему на моем написано? Поищите диких зверей в горах. А, в горах, на главном острове Бенте. Блин. Одно предложение, Лёша не в состоянии полностью... Во! Вот, раз. Это мы Барибала нашли. Они еще и подсвечиваются, слушайте, для слепых, как я. Вот два. Вот три. Ну, блин, берись. Ну, все, все нашли. Ну, блин. Делать добрые дела. Отлично. Вот и окупили с ней торговый союз, собственно. Так. Блин, я хочу все-таки апнуть этот склад сначала, а потом уже церковь построим. Потому что, ну, не хватает тут рук и ног. Так, нужна церковь. Что-то паруса. А, так, кого я еще тут встретил? С этой торговля. А где вот эти, которые всякие задания дают? Родобрюк. Дальше. Хилмонт. Наверное, кто-то еще, какой-то еще должен остров быть. Давайте сюда сплаваем. А, еще должны пираты быть стопудово. Давайте сюда сплаваем, может, что купим? А тут что? А вот, хардпул. Еще, вот, мы троих нашли. И еще пираты где-то. Еще пираты где-то. Так, дальше что им требуется? Давайте смотреть. Паб. Ага, паб. Ну это для счастья. Церковь им нужна еще для. Я бы сначала церковь поставил. И хлеб. Хлеб. Смотрим торговую цепочку для хлеба. Зерно минута, мельница 30 секунд, пекарня. Значит, мы ставим одно поле, нет, два поля, одну мельницу и две пекарни. У меня полно детей, так что по вечерам я пытаюсь подольше поболтаться по улицам. Добрый вечер всем. Я не хочу пап, я хочу церковь. Я набожный человек. Я хочу церковь. Так, тут все работает пока. Ну, кстати, вот мне нравится, что, опять же, можно сначала вот так поставить. Она не строится. То есть, когда у меня будут ресурсы, тогда я смогу ее запустить. Тут у меня школа будет в будущем. 25 кирпичей не хватает. Ну, давайте начинать цепочку, видимо, строить. Значит, две фермы, одна мельница и две... Давайте, может, где-то здесь это организуем. Тут
у нас будут пекарни, а с этой стороны будут эти поля. Поля. Давайте как-нибудь вот так поставим. Там много, кстати. Не, вот так. Все вот это надо. Неудобные места полностью пшеницей заполнить, я считаю. Так, сколько еще можно посадить? 88 места. Тут еще дофига можно. Еще три поля. Ну, давайте вот так. Так. Да, нету доступа к складу пока, но я тут размещаю эту сюда. Сделаем. Я вижу, что здесь... Вообще, тут я действительно тут есть вон проход к месторождению железа. Может, мы тут дорогу проведем на будущее? Да, давайте я вот так и сделаю. Дальше здесь ставим... Красивые у меня поля, да? Блин, две штучки. Я не тут поставлю. Давайте здесь вот так сделаю. Так, дальше. Склад ставим здесь. Блин. Жалко, что он тут не влазит. Вот это ошибка. Надо было, чтобы он тут где-то влазил. С этой стороны. Ладно. Придется сюда. Дальше мельница. И две пекарни. Раз и два. Все, нехватка рабочих. Новые дома ставим. И апгрейдим то, что есть. Вот эти поближе к церкви. Вспыхнул пожар. Опа. Опа. О, а у меня есть. Ну, кстати, надо и с этой стороны поставить пожарную эту. Я думаю. Как тут вообще уровень пожара? Хрена себе музыка пошла. Такая. Атис, атис, аниматис. Так, давайте ускорим. Кстати, когда, по-моему, идет пожар, я не могу построить. Нет, могу? Могу, ладно. Я думаю, что они успеют все это потушить. Ну, хочется верить. Они тут работают. Откуда они так прыскают всем? Что это? Народу нравится, что я все потушил. Так, как у нас тут с едой? Чего не хватает? Муки не хватает.
Ну, сейчас постепенно раскочегарится мельница. Раскочегарятся пекарни. Хлебушек потечет рекой. Так, рабочих рук достаточно везде. Что, может, паб все-таки сделать? Ну, они счастливы и так, они без паба. О, союз за 9000. Блин, что-то у меня денег маловато для союза. С другой стороны, плюс 2 пока идет, ладно, разве соглашусь. Мы не были союзниками? Так, что у нас тут с кораблем? Какой приятный швейные сюрприз. Машины, ресурс. Вы а верите в Бенте? Я по предметам верю. Что? Режим пиратства, военные корабли, подзорная труба. Что? Тоже хотите с ней сблизиться? Торговая лед. Тоже хотите с ней сблизиться? Флагман к вашим услугам. Возможно, возможно. Что-то пока ничего интересного. Давайте глянем, что здесь. Координаты приняты. Продается. О, какой-то квест. Простому человеку нужна помощь. У меня тут проблемы. Найдите и заберите сельскохозяйственных животных. Ищите сельскохозяйственных животных, которые бегают по улицам вашего города. Вероятно, они недалеко от жилья фермеров. И неизвестно как. Ну вот, кто вот это? Они? Кто бы мог подумать? Что дали? Отборные семена пшеницы. Вот в профсоюзе. То есть мне вот здесь, рядом с пшеницами, поставить профсоюз, разместить эти вот семена пшеницы. И они будут какой-то бонус при добыче давать. Множество полей на неподходящей почве засеять. А у меня что, неподходящая почва? У меня вроде все нормально. 100%. Да, тут можно увеличивать производительность, типа вот больше делать, но они тогда несчастными становятся. То есть меня пока устраивает все так, как есть сейчас. В принципе. Так, жду, когда кирпичи накопятся, поставлю церковь. Что еще эти ребята хотят, кроме церкви? Ну, пап не хочу пока ставить. Так, скоро им мыло понадобится. Вон, одного этого не хватает до потребности в мыле. О, а вот и мыло подъехало. Сначала церковь сделаю. Потому что там для мыла явно нужны будут кирпичи. Давайте смотреть, что за цепочка. Свиноферма. Салотопный завод. Мыловарня. Ну, то есть нам надо, типа, две свинофермы, два салотопных завода и одна мыловарня, типа, такого. Чтобы полностью... Давайте смотреть, что у нас по продажам. Рыба. Есть тут что-нибудь, что типа у нас дофига, но я не продаю. Вот колбасу можно начать продавать где-нибудь вот с тридцаточки. Вот оно мне тоже, оно больше нравится, чем тропика. Честно скажу. Так, поставлю хлебушек тоже продавать на будущее. Ну и, кстати, мне железо скоро надо. А тут железо еще нигде. О, тут для салотопного и для мыловарни железо надо. Мне надо производство создавать. Там вот, кстати, очень дофига рабочих потребуется сейчас. Поэтому церковь нужна обязательно. Церковь есть. Так, смотрим, что там для стали. Значит, сначала железный рудник, 50 рабочих. Угольная печь, 10 рабочих. Это окей, но вот дальше плавильня, 100 рабочих. И сталелитейный завод 200 рабочих. То есть это сейчас будет улучшать тут всем. О, еще какой-то квестик. Подсобите нам! Поможете нам! Сделать фотографию их. Ну, давайте. Подождите, что? Нажмите кнопку «Сфотографировать» в окне отслеживания заданий. Наведите объектив на нужный предмет. Дерущихся мужчин можно найти неподалеку от рынка. Их подбатривает толпа. Понял. То есть мне бойцов надо... сфоткать. Блин.
А что так неудобно как-то? Ей. Бойцовский клуб. Ничего и не нужно было. Влияет на фабрику сигарет и мельница. Больше производительности, меньше рабочих требуется. Ну, тоже здорово. Но я пока это не использую, как видите. Так, ну давайте. Сталелитейный завод. Во-первых, надо начать добывать железо, так? Сразу 50 рабочих минус. Дальше угольную печь. Это будет лес жечься. Тут поставлю где-нибудь. Вот так. Дальше. Ну, я, видите, еще не построил. Тут требуются кирпичи. Требуются. И, кстати, 10 работников. Давайте улучшаем здание. 2200 монет, нормально. Так, пошли. Это на нужды добра. Уголь сжечь. Дальше ставим вот эту сталелитейку. Сколько кирпичей тут надо? Тоже 5. Сейчас мне будет большая нехватка рабочих. Что-то колбасы не хватает. А как она вообще производится? Нормально? Так, это овцефермы. Где колбаса? Вот. 100%, 100%. Может, мне их надо просто больше? Для моих рабочих. Ну так, вроде заполнено. Вроде заполнено. Так, школа на скольки количество? 750 рабочих. Только 750 рабочих хотят школу. Да, места мало. Но я могу еще один остров заселять. Точнее, не могу, а мне надо будет еще один остров заселять. Теперь вот этот. Смотрите, какой... Картофель, хмель, перец, например. Железо. Уголь. Игра сохранена. Мне вообще медь нужна еще. Известняк. Цинк. Надо еще поплавать, кстати. Подожди, я хотел тут поторговать. Хотите что-нибудь особенное? Готовьте деньги. Грузчица. Портовый делец. Скорость передвижения и замедление загруза меньше. Эффективность порта. О, кстати, ну блин, 11 тысяч стоит. Все, сменилось. Ну это все дорого, конечно, ладно. Есть! Так, вот этот, ну, надо вот этот остров заселять. Вот этот далековат, а этот как раз рядом со мной здесь. Плюс еще надо маленькие острова будет заселить. Хотя, что у нас здесь? Селитра. Уголь. Вот медь, между прочим. Покинь воды суровой. О, ай-яй-яй. Стояночка, стояночка. К пиратам не подплываем, они убьют мне корабль. Тут пираты, я понял. Нет, нет, нет. Я может повоевать? Эти люди не боятся смерти. Или у меня нету... У меня есть вроде... О, сейчас я его убью.
тебе сабля плачет. Смерть пиратам. Чё тут, чё тут? Пятнадцать парусов. Пути. Хотел бы видеть в вас больше силы. Рулевай. Так, надо просто в ручном режиме обплыть эти острова пиратов. Потому что тут еще пушки стоят, уничтожат корабль нафиг. Пути. Где я еще не был? Вот в этом уголке карты и в том. Давайте сплаваем. Ну, со мной торгуют, отлично. Что-то там даже продаю. Так. Ставим. Да ладно. Где, кто? Что-то я не вижу, чтобы меня кто-то атаковал. Так, что мы тут не знаем? Заводы стоят, ну это да. Давайте потребительство ставим. Ну и... Или может не менять вот это. Там я, в принципе, со счастьем все нормально. Ладно, не буду пока влиятельность использовать. Так, нехватка. Всего-то 42 рабочих не хватает. Это не так много. Будет о чем рассказать профсоюзу. Давайте, наверное, тут поставлю еще... Еще одну пожарку. О чем я думал? Не знаю, о чем ты думал. А что такое? Так, тут у меня остается место для полицейского участка. Здесь может быть, ну, там, наверное, тоже дома можно строить. Полицейский участок для того, чтобы... Хотя здесь... Ладно, еще подумаю, ставить меня тут или нет. Так, а полицейский участок еще не открыт. Нехватка рабочих пока. Ну, сейчас уже будет нормально. Но, блин, потом еще 200 рабочих потребует... этот, сталелитейный завод. Пока я только плавильню делаю. Позвольте, как мило. Таинственный сад. Ой. Специально для меня. Блин, а где я разрешил ей поселиться? Флагман к вашим услугам. Игра сохранена. Хрен знает. Мне надо быстрее тут, наверное, заселять, я думаю. Так, так. Рабочих пока хватает, фермеров хватает. Опа, шнапс. Или подождите, это просто... Да, шнапса немножко не хватает. Давайте еще одну картофельную ферму поставим. Одну вот эту, ну как ее, distillery.
Угу, тогда винокурня. Вот здесь ее сделаем. Да, на всякий случай дорогу тут вот так поставлю, мало ли. Так, можно проапгрейдить мой порт, в общем-то, чтобы больше вмещало. Опа, фермеров не хватает, да. Это понятно. Это совершенно понятно. Так, сейчас они сюда поприбывают. Наверное, стоит еще одну добычу рыбы поставить. Ctrl-Shift-R. Да, работает. Как видите. Что-то ходит медленно. Бегать он умеет? О, бегать умеет. Так, это у нас что тут? Рынок, да? Красивый вид в городе. Собор. О, боже, какие красотки. Как она ходит. Блин, я вот сейчас, конечно, смотрю, ну, это, конечно, смешно, что они так вот, но когда-то, там, в начале 2000-х, вот такие модели были у шутеров, и это считалось, вау, шутеров от первого лица, там, ну, Half-Life, например, тот же, ну, ладно, в конце 90-х лучше, что 2000-х, а сейчас в реал-тайм стратегии, мелкие фигурки, которые даже, ну, в принципе, можно было бы и не делать. Уже имеет такую полигональность. Ух, какая попа у осла. Хвостик. Куда идем мы с пятачком? С я. Большой-большой секрет. Да, вот точно. С лицом Лары Крофт из первых частей. Мне вот хотя это и навеяло, между прочим. Реально похоже. Ощущение, что куры с петухом даже больше полигонов имеют, чем люди. Ну ладно, что я тут? Пришел, что ли, от первого лица играть? Пришло время сталелитейный завод ставить, я думаю. Ух. Та-дам! Сразу минус 194 рабочих. Сколько мне тут не хватает? Буквально 50 работников не хватает. Так. Внезапно не хватает рабочих. Почему не внезапно-то? Как раз очень понятно, почему не хватает. Так, вот эту фигню можно продавать. Где-нибудь, пока больше 10 набирается. А сталь будем продавать, если больше... Ну, 60, например. Ваши соперники начали. Ух ты, война началась. Карл фон Мальгин и... Точно. И Джордж Смит. Война. Экономика примерно равная.
Нифига, эти двое развиваются. Так, ну мне надо, видимо, больше фермеров все-таки еще построить. А школа у нас когда откроется? Что-то я даже не вижу ее тут, или я слепой? Школа тоже должна быть в рабочих. Ну ладно, еще полицейский участок сначала поставим. О, не хватает рабочей одежды. Так, где у нас организовано производство? Вот здесь. Ставим еще одну овцеферму. И ткацкую мастерскую. Не хватает рабочей силы. Блин, да, все время вообще не хватает и фермеров, и этих ребят. Немножко. И вообще надо... Блин, что, заселили мой остров? Блин. Вот это херово. Все большие острова... Ну, только вот этот остался. Который далеко от меня. Ну, придется туда плыть все равно. И заселять. Он какой-то дебильный. Поэтому его никто и не заселяет, собственно. Смотрите, все в горах. Так, сюда подплыву, я хочу знать, что мне тут надо, чтобы построить. Так, фермеров уже достаточно. Еще бы еды какой-нибудь. Да, у меня пока минус по деньгам, типа, в налогах, но я держусь на плаву за счет продажи в порту своих вещей всяких, подержанных. Да, тут есть новый мир. Вот он, вот так. Делаешь и плаваешь, потом будут за вот экспедиции посылаться. Но это пока не сейчас. Видите, вот, сэр Арчибальд совершает сделку, что-то я там продал. О, полицейский участок есть. Давайте поставлю. Уже. Так, что у нас с пожарной безопасностью? Видите, вероятность пожара низкая. Сейчас еще посмотрим в полицейском участке, как будет с беспорядками. Ну, в принципе, когда счастье есть, то беспорядки крайне маловероятны. Все. Блин, нет, опять требуется. Все. Потребность в рабочих решена пока. Теперь можно и мыло начать делать. Значит, мне нужна 2 свинофермы, 2 салотопных завода и 1 мыловарня. Так. Ну, здесь чисто доски. Здесь, значит, 10 кирпича, 8 стали. И тут еще 10. Да, всего мне хватает. Давайте думать, где мы будем ставить свинофермы.
О, как дымит все. А чё снижается производство? Чё за фигня? Чего-то не хватает? Ну что, угля, что железа дофига. Не хватает тележек для доставки, что ли? Давайте, может, и здесь тогда улучшим склад. Да, вот этот склад явно перегружен у меня. Хлеб я продаю. Сталь я продаю. Рыбу продаю. Так, давайте думать, где свиней размещать. Еще две фермы. Ну, тут, в принципе, влазит. Может убрать пока... Может здесь убрать эту лесопилку, лесоруба, какой-нибудь перенести здесь, сделать его. Да, давайте, наверное, так и сделаю. Чтоб снизим нагрузку на... И, собственно, лесопилку тоже уберу. Они мне две нужны, все равно мне доски нужны всегда. Мы, как всегда, вовремя. Земля обетованная, вероятность бунта ниже. Ну, это так себе. Вот потребительство надо увеличить. Вы знаете, что лучше... Ой, ладно, увеличу счастье. У меня это... Влияние этого... Куда мне его девать? Значит, идет в печать. Так... Значит, хижина лесоруба. Прекрасно, что у вас все всем довольны. Да, я тоже этому рад. Пара страниц вульгарщины, и они довольны. Мастер слова. Фу-у-у. Спасибо, спасибо, спасибо. Цикл производства не сня... В смысле цикл производства? О чем? Можно переносить здание, не снося? Как? Как мне это здание перенести? Например, вот, например, здание. А, вот, наверное, да? Да. Спасибо за подсказку. Ух ты, высокая вероятность пожара. А здесь низкая. А почему здесь высокая, а там низкая? Интересно. Непонятно. Так, значит, здесь свинюшек располагаем. Раз, ферма. Почему игра сохранена, написано? О, ну, нормально. Или может он просто автоматом как-то рандомно распределяет, что вот там где-то высокая вероятность, но у меня тут есть пожарные, которые все потушат. Наверное, так. Так, значит, свинюшек. Может здесь еще одну поставить склад тогда просто? Еще один. Здесь поближе. Вот так как-нибудь. Это лучше делать руками. Пожар потушен. Я рад. Так, значит, две этих. Два салотопных завода. Салотоп, салотоп.
так поставим. Так, нехватка рабочих. Я у мамы салатоп. И одну мыловарню. Я у мамы мыловар, я у мамы салатоп. Профессии все нужны, профессии все важны. А? Красотища! По моему скромному мнению. Зато семья со мной. Да. Полностью согласен. Так, нужно еще пару домиков бахнуть. Все ближе к морю селимся. От скуки дурные мысли в голове. Ну, есть вероятность бунта небольшая. Может, мне с этой стороны? Тут же все равно рабочие не требуются в полицейский участок. Достаточно рабочих. Так, разблокировали школу. Чего тут ей не хватает? Кирпичей. Сейчас будут, сейчас все будет. Тут ставим на продажу мыло. Ну, если выше 30, давайте. Так, что у нас еще тут накопилось? Сталь мы продаем. Вот это нету смысла, точнее не сталь, стальные балки продаем. Вот это нету смысла копить, потому что это если накапать, ну ладно, можно чуть побольше сделать, но оно все равно перерабатывается в стальные балки, пускай 20 ограничений. То же самое, ну уголь, о, железо дофига вообще, я бы железо продавал. Его там в будущем, наверное, тоже на что-то надо будет перерабатывать, но пока оно не нужно. Все остальное у нас продается. Может, я где-то профсоюз, кстати, поставить? Вот здесь, среди у тебя производства сколько? Вот так как-нибудь. Ладно. Подожду, я сначала школу хочу построить. Сначала школу. Так, одежды вроде хватает. Или надо будет еще одну построить. Ставлю школу, это выход уже на следующий уровень. По развитию. Давайте, давайте, кирпичики, строимся. Добываемся, точнее. Давайте ускорим. Я из семьи фермеров. Навоз или копоть, о, какая разница? Я забыл про постройку здесь. Так, а как вообще основывать поселение? Раньше у корабля был... Ну, в прошлых сериях, я имею в виду. Так, давай ты быстрее поплывешь. Назначить маршрут, отправить в другой регион. Открыть меню торговых путей. Продать корабль. Ну, сюда, видимо, надо привезти какие-то ресурсы, чтобы основать, но
А, вот, нарисовано. 10 бревен и 8 стали. Понял? Я вас понял. Ну, я уже в плюс вышел по деньгам от поселения своего. Безработица 10%. Ну, давайте кирпичи. И в минус пошло. То в плюсе было, то в минус пошло. Что за сделка-то? Может, я сейчас что-то купил наоборот, а не продал? Нет, у меня ж вроде на продажу стоит. Продажа. Тут везде продажа. Одежды особо не хватает. Да, наверное, одежду стоит, конечно. Тут я соглашусь. Давайте еще одну ставим. Да, я бы тут профсоюз какой-нибудь организовал. Тут у меня такое промышленное место. Вот тут, наверное, как-нибудь. Так. А, ну у меня ничего нету, чтобы сюда... А, не, есть, подождите, жернова. Это для фабрики и мельницы. Вообще, блин, мне надо как раз здесь поставить профсоюз. Блин, что не влазит так? Тут было бы очень в тему. Блин, а здесь он не влияет на мельницу, все. Хорошо, а эту я могу подвинуть? Так. Все равно не влазит, блин. Хорошо, если я эту туда вверх немного подвину. Вот так, и тут дорогу по-другому проведем. О, отлично. Отлично. А, так, слушайте, я лучше тот перенесу. Блин, я забываю об этом. Что переносить можно? Где этот профсоюз? Вот он где. О! И ставим тут жернова на мельницу и отборные семена пшеницы. Подождите, ну это не необходимо. Подождите, это вот как раз это не надо. Это можно, наверное, на том острове, где невозможно пшеницу выращивать. Там, наверное, стоит это делать. И переходим на следующий уровень. Вы поднялись на новую ступень. Эпоха мастерства. Ей. Так эти земли существуют. А вот и экспедиции. Но развиваетесь ли вы нравственно? Ну, развиваетесь не особо. Так, вера, флот,
Ремесла и запасы провизии. Новый регион. Ну, я хочу заселить новый остров, и тогда, может быть, отправим корабль. Так, сбрасываем паруса. Берем доски. Все заберу доски. И железо там надо. Ну, правда, одно железо. Этого достаточно. Поплыли заселять. Так, тут всего хватает у нас. Можно даже больше апгрейдить. И что эти мастера хотят? Наконец-то у меня. Разве плохо? Хлебушек, колбаска, мыльце, консервы. Ну, прикольно. Ладно, на этом я, пожалуй, закончу стрим. Доигрались до ремесленников. Если будет... Впредь не жалуйтесь, что жизнь слишком легка. Огнетушитель мне дает внезапно. Вероятность пожара меньше. Сражайтесь, если придется. А, это надо задание сделать. Примите решение, спасти можно или пастора, или пленника. Привезите спасенного к маяку Джорджа Смита. Джордж, что-то перед трудным... Это, видимо, на воде надо спасти. Либо заключенных. А где они вообще? Ага. Ну, я сейчас заселю остров. Я бы, честно говоря, спасал заключенных, просто потому что их больше. Их 3 штуки. Что-то у них какой-то глюк с пожарными. То пишет, вместо того, что начался пожар, пишет, игра сохранена, то разблокированы новые здания. Давайте погуляем в городе. Посмотрим на пожар, во-первых. И среди домов артистов. Ну, быстрее ты можешь как-то передвигаться? Интересно, если я зайду в горящий дом, я сгорю? Откуда у него шланг вот этот? Откуда он поливает? Да, ну конечно, пожарная повозка уже похуже нарисована. Спасайте детей из дома. Где тут вход? Нет, нельзя зайти. Пожар потушен. Ну я помогал как мог. О. Что происходит? По-моему, котик... У котика ступор. Белье так сушится. Ну ладно. В общем, заканчиваю стрим. Да, слева появилась иконка экспедиции. То есть вы можете выбирать, куда отправлять. Вы на корабль провизию добавляете ту провизию, которая влияет вот на ремесла, на флот и на веру. Это... Ну, немножко дебильно, по-моему, сделано. Просто определенные ресурсы влияют там вот на веру, по-моему, хлеба, хлеб и рыба влияет на веру. Вот, надо, видите, ремесла почти наверняка. То есть, если вы наберете тех ресурсов, которые на ремесла влияют, вы почти наверняка, у вас будет благополучная экспедиция в новый мир. Что у нас тут с потребностями? О, шнапса. Шнапс подзаканчивается, я смотрю.
Да и паба не хватает. Может, паб все-таки... Ну, пиво это производственный процесс, да, это производство. Может, паб вот тут сделаем с двух сторон. Один здесь поставим, другой здесь поставим. Блин, там уголь. То есть не уголь, а дерево. Вот так поставим лучше. Так. Потом еще у ремесленников производство окон появилось. Производство консерв, эти перец. Ну так, я прибыл там для заселения острова. Да ё-моё. А, денег не хватает. Ну сейчас подождем. Ну, если сейф перенесется, то будет продолжение на релизе, да? Фиг знает, как оно будет. Посмотрим. Не перенесется? Ну, здорово. Ей! О, а что это такое? Мысленно поле не вспахать и не пытайтесь. А, это на нем надо спасти или что? Нет, это надо будет к нему привести. Это к нему надо будет привести квест. Этих трех пленников. Или пастора. Плюс 126 денег. Нормально. Я считаю, тут потребности удовлетворены. Потребительский налог. Уменьшать. Вот мне интересно, за счет чего вот этот баланс так прыгает. Все вроде... А, ну шнапс. Вот, шнапс периодически подзаканчивается. Может, шнапса все-таки еще поставить. Блин, оно, конечно, такая игра, что, знаете... Решил закончить, но надо вот это еще, а потом еще вот это, и вот это мы еще, а потом вот это, а потом так бац, и жизнь прошла. Да, проблем не будет снова, я тоже думаю. О, нехватка фермеров стала. Господи, а сколько это картофельное поле фермеров требует? 20 фермеров. Было сейчас только что дофига их просто. И внезапно фермеры такие, ну все. Цветет и пахнет. Не хотим работать. И уходит. Так, ладно, ну все, на этом точно все. Спасибо, что смотрели. Ваши пожелания в комментах оставляйте, пожалуйста. Я думаю, что это сейчас будет выложено на YouTube. Играйте в умные игры. Всем пока. Thank you.